Приветствую, любители хризантем. Перед вами хризантемки дубок. Они высокие и не нравятся мне высокие. А для того, чтобы сделать их низкими, я их черенкую. До 15 июля можно черенковать 2 и 3 раза. И вот первое черенкование было 2 мая. Нарезала черенки, установила их под банк. У меня много фильмов есть, как это делать. Очень-очень просто. Повторное черенкование было уже 8 мая, сегодня. Прошел дождь, хризантемки хорошо поднялись, и, конечно, необходимо приостановить их рост вверх, а благодаря тому, что я черенкую, они начинают куститься. Необходимо убрать нижние листья, обрезать черенок до междоузлия. Возможно, появится вопрос, а какой высоты обрезать черенки. Главное, чтобы было 2 междоузлия. Может быть и 2, и 3, 4, но это уже ни к чему. Они слишком длинные и тяжело приживаются. Можно накрывать пластиковой емкостью, можно банками. Ну, все, что есть под рукой. Делаем углубление, сажаем, уплотняем и накрываем сверху емкостью. И, конечно, обязательно полить и следить, чтобы грунт все время был влажный. Сниму я эти банки, когда увижу, что черенки пошли в рост. Это может быть 2 и 3 недели, но надо проверять. Всего доброго!